Сегодня не было стримов, потому что мы в походе с Мухтаром, со Славиком. Делаем костер, ждем, когда вода с нас вскипятится. Там еще будет тушеночка. Ух, на костре ее поджарим и поедим с хлебушком. Прям ложкой вот так вот. Вкуснотища. Вот эта штучка для того, чтобы нос дышал лучше. Действительно работает. Наклеил, она как-то там расширяет все проходы и дышится лучше. Сам не верил, но поверил, когда наклеили. Если у кого-то плохое дыхание или плохо дышит нос, то пользуйтесь. Пластырь для легкого дыхания. Пластырь для легкого дыхания на озоне.